Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня у нас будет обзор семян огурцов на 2021 год. Будем говорить и про огурцы, которые выращивали в прошлом году, которые очень хорошо растут, и про те огурцы, которые будем выращивать в этом году. Начну, наверное, с тех вот огурцов, которые радуют из года в год. Не ради рекламы совершенно, а просто потому, что хорошо всходят именно от агрофирмы Аэлита огурцы и хорошо растут. Рассада огурцов просто замечательна, и урожай, соответственно, точно так же просто радует во всех смыслах. Очень много различных гибридов. Большинство из них, конечно, это партенокарпические, то есть самоопыляемые. Есть вот такие вот, у которых поверхность гладкая, ну, в принципе, тоже очень хорошие, вкусные, генетически без горечи и просто замечательный урожай в целом в ходе сезона. Обязательно обратите на них внимание. Есть вот такие, которые у нас преимущественно, конечно, подходят для засолки, но также и для салатов. Их огромное множество, и вот кузи, и суперхруст, и подарки с грядки. В прошлом году выращивали подарки с грядки. Вот семечки, которые есть, их было, наверное, штук 8, все до единой взошли. То есть практически 100% всхожесть вот именно у этих огурцов, ну, практически из года в год. Срок годности здесь указан до 2021 года, но семена огурцов в целом на многих упаковках пишут, что хранятся около 7 лет с момента их сбора. То есть здесь у нас производитель указывает такой сокращенный, так скажем, срок. Но в принципе вот эти огурцы мы сеем, они уже давным-давно 2019 годом просрочены. Но в прошлом году, в 2020, сеяли, и они всходили. Поэтому на это тоже обращайте внимание, потому что производитель немножко себя страхует. Ну, можете вот, конечно, какой-то попробовать огурчик себе приобрести и посадить. Точно не огорчит вас данные огурчики. Следующие огурцы — это у нас для теплицы. Самый просто замечательный огурец для теплицы, особенно для раннего урожая, это у нас огурец апрельский. Совершенно не вытягивается. То есть рассада, она вот растет, соответственно, у нас сперва на подоконнике под подсветкой и совершенно не вытягивается. Сеяли огурец зазуля в прошлом году и апрельский, и зазулю. Именно для раннего урожая зазуля вытягивался, апрельский совершенно не вытягивался. Поэтому обязательно попробуйте. Очень крепкий огурец. Растет преимущественно в один вот стебель, но затем, наверное, к августу месяцу начинает расти и боковые побеги, и формируется, так скажем, вторая волна урожая. И растет, плодоносит до самого сентября месяца. Ну, точнее, наверное, сказать, до заморозков. Когда у нас приходят заморозки, тогда данный огурец, конечно, он уже погибает, если мы его не прикроем. А так, в принципе, просто замечательный огурец. Обратите на него внимание. Наверное, многие его и выращивают. Длиной 13-22 сантиметра, а по массе 130-300 граммов. Ну и вступает в плодоношение на 40-45 день от всходов. Очень хороший огурец, поэтому на него стоит обратить внимание и его посеять. Огурец зазуля замечательно подходит для летнего урожая. То есть на ранний урожай его все-таки он более такой светолюбивый, и поэтому вытягивается. А апрельский, вот еще забыл про него сказать, он у нас холодостойкий, что очень важно. А в целом в ходе сезона именно летнего зазуля просто прекрасно растет. А у него огурчики длиной 14-24 сантиметров, слабо бугорчатые, белошипые, без горечи. Есть зазуля, вот который подлиннее огурчика, есть зазуленок. У него помельче огурчики. В прошлом году также попробовали выращивать огурец кураж. Очень порадовал данный гибрид. Его часто также рекламируют. Но действительно, этот огурец, он заслуживает той самой, так скажем, пропаганды, потому как он у нас массой 120-130 граммов, длиной 12-15 сантиметров. А что самое главное, так это то, что у него вот именно в
пазухах листьев образуется по 2 или 5 завязей. В большинстве случаев у нас образовывалось, наверное, 2-3 завязи. То есть по 5 это была редкость, конечно. Но, наверное, если пореже мы его посадили, у нас все-таки такие немножко загущенные посадки, поэтому по 2, по 3 завязи. Но вот так вот до 5 завязей. Благодаря чему на растении может наливаться одновременно 20-30 плодов. Просто замечательные тоже огурчики подходят и для салатов, и для, так скажем, засовки, маринования. Просто замечательные огурцы. Есть вот такая вот в этих семенах, так скажем, серия 1 плюс 1, где упаковка больше в ней по граммовке семян, но они немножко дешевле выходят. Тоже на это можно обратить внимание. И в целом, вот здесь вот прям производитель пишет, что семена после уборки сохраняют схожесть на протяжении 7 лет. То есть редко где это пишут. На это нужно тоже обращать внимание, что семена у нас сохраняют схожесть вот именно после года урожая, как я уже говорил, 7 лет. Замечательный огурец, попробуйте его приобрести и вырастить. Хочется также сказать и про огурец изящный. Это у нас огурчик пчелоопыляемый. То есть его мы выращиваем в открытом грунте. Он у нас холодостойкий. Тоже это очень важно. В плодоношение он вступает спустя 40-45 дней после всходов. Зеленцы у него длиной 9-12 см, масса 90-110 граммов. Его мы сеяли и в прошлом году, и в позапрошлом году. То есть он у нас рос, наверное, до самого сентября месяца. То именно с момента посева в мае он растет до сентября и постоянно отдает свой урожай. Просто очень-очень хороший, замечательный огурец. Плоды у него долго не желтеют. А использование универсальное. То есть, в принципе, он у нас подходит и для маринования. Тоже очень хороший огурец. Попробуйте обязательно. И немножко также скажем про вот этот гибрид. Это у нас Шоша. Часто его рекламируют. Но у нас какое-то двоякое такое впечатление о нем сложилось, так скажем. Оказалось именно по ходу прошлого сезона. В принципе, он как-то особо не удивил, но попробуем его вырастить и в этом сезоне. Он у нас раннеспелый. Кстати, у него именно по дням плодоношения, вот именно через 39-43 дня. То есть, прям такой он достаточно раннеспелый. Плоды у него 9-1 см в длину и по массе 50-80 граммов. Плоды генетически без горечи и пустот. Ну, что очень-очень важно именно для засолки. В принципе, очень хорошо, что он у нас устойчив ко многим именно заболеваниям огурца. Но вот еще раз повторюсь, у нас какое-то такое двоякое впечатление. Поэтому попробуем посеять в этом сезоне и посмотрим, как он себя будет, так скажем, показывать по ходу сезона. Вот такой вот получился обзор. Обязательно, наверное, приобретите какой-то огурчик из вот этой серии. Например, зеленая гирлянда. Тоже очень-очень хорошие огурцы. Ну и, конечно, именно для раннего урожая порекомендую апрельский. Для летнего урожая зозуля и кураж именно для засолки. Отличные огурцы. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, обязательно подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.